В общем, мы сидим на горе. Вот такой видок. Хорошая история. Трип может быть бесплатный практически. Вчера нашли цепь. Виталий говорит, мне 50-60 метров. Вот, и она стоит 600 бат за метр, плюс якорь еще 23 тысячи. Гарри говорит, поделим на всех. Так что у нас будет бесплатный трип. Он говорит, Наска. Но это не точно.